Я не знаю, чем ты занят, друг. Я вывожу девушку из пылающего особняка, поняли? Я настоящий мужик. Просто мачо. Посмотри, я с огнетушителем. Она бежит за мной. Ты понимаешь, еще мачизм мачизмом, а она за тобой не побежит. Мало ли. То есть ты все потушил, а она за тобой не побежит. Такое что же может быть? Горящие трупы тут. Хорошо, что хоть огнетушитель бесконечный. Я думаю, кстати, по идее можно тюкнуть кого-то. Так, ну что, все? Блин, вот сюда что ли? Ты идешь, нет? Ее, кстати, по-моему, Денис зовут. Ну и как мы выйдем? Кровать, главное, горит. Это хорошее предзнаменование. Ну что, почти все. Я думаю, что она здесь побоится идти, если я вот тут не потушу. Что, она стоит со мной? Класс, да? Вообще. Ну что, все, выходим, детка. Выходим к совместной счастливой жизни. Hey, man, I owe you my life. Вот так вот, учитесь, господа. Вот так нужно покорять сердца. И чё и машина стоит? Кадиллак Плимут. Наготове. Yes, вот именно. Садись, погнали. И полиция за мной уже не гонится. Но мы вообще можем не спешить. Мы уже можем здесь же и в машине уже и жить, собственно говоря. Она теперь, после того, как я ее спас из горящего особняка, она со мной будет в машине жить, я думаю. Где-нибудь сутки. Потом скажут, что тесно. Да потому что я и сам жил. Я пытался жить в машине, друзья мои. И эта ситуация абсолютно безысходная. Как бы я не любил свою машину, я пытался жить в машине. Это абсолютно безысходно. Это просто... Ну, можно, конечно, но... Я думаю, что у меня это еще впереди, но... Ну, Денис, я уже сказал, Денис. Денис. Ну, правильно, не Денис же, Денис. Правильно. Еще бы. Конечно. Конечно, Си-Джей приедет. А как же? Природа. Природа. Природе все равно. Теперь твоя девушка. Вот, видишь, все, застолбили. Так, что ты делаешь? Так. Машина мне нравится, но у меня гараж переполнен, ставить некуда. Все, идем, сохраняемся. Ну ладно, давай посмотрим, кто звонит. Ага, красавчик звонит, Свит. Ты попробовал предыдущую кинуть свою батю с Гуф Стрит. А, покупай. В парке Глен Стрит, да. Ну понятно, хорошо. Все, давай сохранимся. Как раз у нас уже будет день динской, там дальше посмотрим, что делать. Так, так, так.